бить можно. Блокирует удар Лазич. Еще удар, еще удар. Бенк все-таки это сделал. Кузяев Дальер Адьямович родился 15 января 1993 года в Набережных Челнах. Изучал язык футбола в Оренбурге, где Кузяев-старший тренировал «Газовик». После Дальера даже позвали в Академию питерского «Зенита», где он провел всего один сезон 2011-2012 года, но не получилось, в Дублин не попал. Дальер Кузяев переходит в клуб 2-го дивизиона «Карелия», которую на тот момент тренировал его отец. Возможно, покажется, что карьеру футболиста ему сделал отец, но многие специалисты отмечали талант Дальера. Во второй лиге он поиграл всего сезон, по окончанию которого «Карелию» расформировали. Но Дальера заметил клуб национальной футбольной лиги «Нефтехимик», а это уже первый дивизион. Начал Кузяев уверенно, завоевав место в основном составе. Ведь Хузин, главный тренер «Нефтехимика», потерял перед началом сезона некоторых ключевых футболистов для своей команды. В общей сложности Дальер отыграл 14 матчей за «Нефтехимик», играл в основном составе, справа в полузащите или под нападающим. Бывало, конечно, случаи, когда Хузин пробовал его играть в латерале, где он полностью закрывал весь фланг обороны. Проявил он себя достаточно для того, чтобы начались разговоры о возможном смене клуба. Поговаривали о возвращении в «Зенит». Но он еще больше приглянулся Рашиду Рахимову. И в середине сезона, сразу после Нового года, Кузяев переходит в клуб премьер-лиги России «Грозненский Терек». Перейдя, он довольно долго адаптировался в клубе. Правда, успел дебютировать еще в сезоне 2013-2014 в матче против «Рубина». Пускай и на 10 минут, но это был старт. В этом сезоне Рахимов стал все чаще привлекать юношу к игре в основе. Кузяев уже успел заявить о своих амбициях. Рашид Рахимов ищет ему место. В матче с «Зенитом» он играл в центре поля, с «Локомотивом» на правом фланге обороны. Данные перестановки связаны с травмами и дисквалификацией. Но уже сейчас видно, что главный тренер «Терека» доверяет молодежи и русским парням. С уходом Маурисио в «Тереке» переживали, кто же сейчас будет отвечать за центр поля. Дальер Кузяев показал своей работоспособностью, желанием и уверенностью, что он уже сейчас готов играть на топ-уровне. Ну а мы пожелаем удачи Дальеру Кузяеву. Надеюсь, сборная России скоро оценит его талант и даст ему возможность прогрессировать. Ведь игра сборной – это неотменная составляющая формирования спортсмена высочайшего уровня. Удачи тебе, Дальер Кузяев!